Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и что у нас есть, кстати? Вот этот турничек у нас есть, это, да, картина, последняя сцена из фильма «Парк юрского периода», где рапторы, да, точнее, Рекс сражался с рапторами, всех их съел. Также мы пойдем на босса тиранозавра, но это будет в конце, после вот этих пару битв. Вообще мне нравится вот эта вот картинка. В честь дня рождения фильма «Мир юрского периода» ждут недели невероятных событий. Но мне как бы недели не важно, вот это, блин, была бы возможность вот так вот на весь парк посмотреть. Круто, ну и чтобы еще парк расширили. Ну сделайте, ну, пару полосок там добавьте в центре, просто растяните остров, чтобы все вольеры помещались. Да и вообще, сделайте так, чтобы как в Jurassic World Evolution можно было 3D-экскурсию делать. Было бы вообще зачетно. Так. Ну, а мы тогда сейчас идем смотреть, что у нас там за поединок. Так, и... так, что, давайте, может, гавочки сейчас сначала проверим. Нет, нет, нет. Ну, это, кстати, неплохо. Продать Динотерия можно продать. Не нужно будет ждать, пока он вырастет. Вот Стигича за лям почти. Он тоже с удовольствием отдам. Так, монеты мне не надо. Это тоже пока, в общем-то, не горит. Ну и, естественно, монеты на баксы. Это мы и сделали. Сюда не пойдем. Пойдем вот сюда. Здесь у нас мощные рексы, ребятки. Неплохо, да? 81 уровень, конечно, это там не... Не супер-пупер. Так, а ну давайте. Кого найдем ему под кстать? Ну, это мощновато будет. Даже вот этот парень слишком мощный. Ну, типа Супрано Титан вот как раз подходит. Ну, вот Акракант ему достойный противник. Давайте это Никола Греуса возьмем. Чего? А, обязательно взять велоцираптор. Супер редкий. Хищники. Редкость. Нам предлагают велоцирапторами сражаться. Вот есть такой, есть такой и такой. Три велоцираптора, но они не могут пробить ему. Мне кажется, нет. Давайте как-то так попробуем. Да, то есть должен был хотя бы один быть раптор. Ну ладно, значит спинатозух у нас его съест. Ну, понятно. Первого он по-любому съест. Как у нас в фильме, да? Легко расправиться с одним. Даже, может быть, легко расправиться и со вторым, уже полосатым, зеленым. Да. И быстро умрет от кровотечения после укуса спинатозуха. Спинатозух кажется более крупным. Но он, по идее, должен быть крупным. Все-таки у него там гены спинозавра. Вот так. Так, это первый. Дальше тиранозавр. Нужно взять тиранозавра хотя бы одного. Понятно. Ну, на самом деле... Не, ну один рекс здесь не справится, конечно. Сколько у меня есть этих же рексов? Вот есть 30-й, а есть ли еще там 20-й какой-то? Да, есть. Давайте попробуем... тремя рексами.
Ну, все должно получиться, по идее. Это точно получится. Потому что, да, сороковый рекс сильнее. Так, у нас 90 и 74 раптор. Так, он боится. Вот так, ну теперь мы его тоже должны загрызть. Вот так вот. Рапторы против тиранозавров, да? Ну все, парнишки, стаи нет. Если бы вас было хотя бы четверо. Ну я не хотел его пробивать. Я хочу сорокового вызвать. Атака на 4. Ну, такое. Ам-нам-нам. Так, ну, а сейчас пойдем мы к мутанту-тиранозавру. К Омеге. Так, нам дали вот такой вот набор, кстати, симпатично выглядит. Врата. А, вот оно что, вот мне врата такие дали, прикольно. Так. Здания. Давайте вот так. Где эти врата? Вот, у меня их двое. О, давайте вот там, отлично. Чего? Та-дам, очень классно они вписались, смотрите как. Так, это по центру, блин, тут нельзя вращать парк, блин, так не прикольно. Вот заходишь из центра, идешь прямо по аллейке, мимо двух апатозавров, стегозавр, раптор и врата. Ну чё, прикольно. Так, ну теперь давайте заглянем мы в... Вот сюда. Кстати, здесь нам дадут награду не статую Омеги, а дадут вот такую вот награду. Перевернутая машина, это, ну, короче, битва с Тирексом, кстати. Видео прогулка с тиранозавром, посмотрите на канал, именно вот про эту сцену. Эта сцена у нас там есть. Ссылочки, если не забуду, ну, да, думаю, найдете. Вы поняли, да, о чем речь. Есть видосик у нас прогулка с Рексом вот возле этих ворот. Так, ну вот у меня две Омеги, вот две этих. А, вот и вот эта статуэтка. То есть, это получается каждый год нам раздают их. Ну вот у меня уже вот это есть статуэточка. Но ничего, что нам стоит дом построить, но получим еще одну. Два дня. Но опять же, это если сообщество наберет. Ну все, если мы за день набрали 3 миллиарда, то еще за два дня, думаю, наберем 5. Так что давайте смотреть. 1700 на 209. Можно пойти кем-нибудь слабеньким пока что. Ну и так, сделаем парочку боев по красоте. Может, с травоядными сходить? Не, ну ладно, давайте травоядными не будем. Сейчас подберем каких-то парочку хищников. Индоминус просится. Ну, давайте легендарных возьмем сейчас. Легендарных хищников. Ну, таких, не шибко сильных. Хотя, подождите. Ладно, первый раз возьмем не шибко сильных, на второй раз возьмем спинатозуха. Ну, раптор-спинозавр, давайте возьмем их тоже, чтобы пусть побудут там.
и Барионикс. Ну давайте так, чисто для разминочки сходим, а потом помощнее возьмем. Давно, кстати, что-то так... У нас последний альфа был, да? Ну как вот на этой арене так шикарно выглядят некоторые динозавры, типа вот этого раптора. Он просто великолепен. Кстати, можно его пробить и... И раптором. А ну давай. Пробил, вообще даже перестарался. Ну спинозавру тогда хана. Сейчас посмотрим. Он его просто раптор слабенький по здоровью, он его сейчас за два удара легко пробьет. А у него целых шесть. Ну, спиннич, к сожалению, у нас, наверное, пойдет просто на мясо, потому что у него сейчас будет 7 баллов. А черт, можно было защититься, но кто ж знал. Нет, смотрите, давайте, а ну-ка. Вот он пробил, но надо на полную атаковать. Да, иначе бы не пробили. Но прикольно получилось. Шикарно, блин, да, я бы каким-то спинозавром бы, таким мега крутым бы посражался, ну так, чтобы были шансы получше, чтобы были не такие слабые спинозавриды в этой игре, но прикольно. Так, и крокодильчик, крохотный крокодильчик, давайте просто проатакуем, да и все. И пойдем в следующий бой. Ноги такие длинные, как страус какой-то. Очень хрупкий, да? По сравнению с тиранозавром. Вот так. Ну, давайте еще пойдем. Так, у него 1600 на 800 сейчас. Вот, тут спинатозух. Давайте вот такие вот индоминус и спинатозух. Вот так давайте пойдем. Можно сразу укусить. Бледненький такой, серенький индоминус. А, ну. Я выживу, даже если он протыковал бы. Идеально. Могу еще одного пробить. Так, он не проатаковал, значит поставил пару баллов защиты, наверное. Раз, два. Он покойник, раз, два сверху, я думаю, этого хватит. Не пытаюсь сохранить своего динозавра, я просто переношу баллы, чтобы было следующим. Ни зачем мы сейчас не гонимся. У него было 6, проатаковал всего лишь на 3. Ну, пробьет. Пробьет. Метрия кантозавру, да, он абсолютно выглядит не так, как в Jurassic World Evolution.
Так, и вот, спинатозух. Ух ты, ём, блин. Защиты ничего не поставил, скорее всего, нас пробьет сейчас. А, у него удар вообще такой на 2500. Он даже одним бы меня пробил. Ну, вот так вот. И такой змеиный глаз у тиранозавра. Ну, как и у рапторов, кстати. Кошачий. Кошачий глаз. Так, ну, щитами мы не пользовались. Но этого достаточно. Достаточно принять хотя бы один раз посражаться, чтобы получить этот приз, если будет набрана вот эта цифра всеми людьми в мире. На этом, ребятки, я с вами прощаюсь. Всем пока.